В общем, дом тут строится, жилой, центр строя. Раньше тут была солдатская часть, стройбаты. Ну, собственно, у нас тут две части в Реутово, даже три. Одна рядом с моим домом, другая тут. Вот, у меня мама тут всю жизнь отработала, вот, поваром. Собственно, потом эту солдатскую часть расформировали, по-моему, в 2000-х годах. Как раз, кстати, за этим домом находится инфомашиностроение. В принципе, дом уже почти готов. Сегодня прокачусь, сделаю небольшую нарезочку.
Слева находится Рюдская хлопкопредельная фабрика. Справа офис Жилстрой. Вот тут вход на фабрику. Машины заезжают. С правой стороны церковь. Кстати, что хочу сказать вам, ребят, тут тоже очень много мусора. По всему Реутову куча. Но я думаю, скоро субботник будет. Люди выйдут, начнут собирать более-менее. Будет поменьше мусора. Это, кстати, здание, оно старое, хлопкопредельной фабрики. Еще довоенное. И вот эти вот домики, сейчас подъеду, покажу вам. Небольшие. Из красного кирпича. Из красного кирпича полностью. Древние, короче. У нас таких домов, кстати, по Реутову прилично. Ладно. Приехал печально известный нашему ЖК «Рациональ». Жилищный кооператив, комплекс должен быть. В общем, люди вписались в долевое строительство этого здания. В итоге сменилось 3 подрядчика. Строили они. Вот. А этот главный подрядчик, который рубанул бабла, украл и свалил куда-то. В
54 миллиона, по-моему, да, или больше, или 84 миллиона. В общем, прилично денег хапанул и куда-то свалил. С вещей его ищи. Люди остались без квартир. Вот, поэтому сейчас городская администрация достраивает этот дом. Вроде как так-то его построили, но еще внешняя отделка. Горячее водоснабжение, холодное водоснабжение еще не проведено, только начинают проводить. Непонятно, внутренней отделки тоже нету, когда сдадут. Одному, как говорится, Богу известно. В общем, ребят, никогда не ввязывайте дырявое строительство. Вот здесь вот дом, а с левой стороны там еще вроде как-то торговый центр обещают построить. В общем, получается уже новый застройщик какой-то, Nordway здесь. Непонятно. А с левой стороны вроде как кусок построили, два этажа торгового центра. Ну непонятно вообще, как он в процессе. Ну короче, в процессе. Но я думаю, в этом году вряд ли они торговый центр сдадут. Может быть, в начале следующего. Но дом, конечно, огромный. Деньги здесь огромные. Квартир уйма будет. Не знаю как. В общем, уже лет 5-6 дом строят. Даже не знаю, что, ребят. Ну, дай бог, может быть, построят. Там вот люди сидят вовсе ЖК рационально. Будем смотреть. Будем посмотреть, как говорится. Потому что мой этот дом рядом. Я тут рядышком живу. Как бы. Сам смысл в том, что уже сколько народу вложили денег в это здание, да, то есть, ну, как бы и сил вложили. А в итоге так все и строится. Ну, в квартире 3 миллиона. То есть от 37 до 108 квадратных метров. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой стороны, ага, понятно. Двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Ну, в общем, вот так, ребят. Кто хочет, покупайте квартиру в ЖК рационально. Но ни в коем случае не ввязывайтесь в любое строительство, иначе можете прогореть. Просто возьмут ваши деньги и свалят куда подальше. Будете потом искать. Концы концов не найдете. Концы все воды у нас в России, знаете как. Главное денег копануть и все, а там до свидания. Ванька, ребят, поеду домой. Всем, кому понравилось мое видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем всего хорошего. Увидимся в следующих видео. Всем пока.